Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей, в этом видео покажу вам, как сделать стабилизатор для камеры. Сейчас уже, наверное, сложно найти человека, у которого нет камеры, но, к сожалению, не все покупают себе хорошие камеры. Зачастую это просто обычные мыльницы, и, как правило, в них нету хорошей стабилизации. Но также есть множество других камер, где качество съемки классное, но стабилизация хромает. Именно поэтому я сегодня снимаю такое видео. Итак, для этого нам понадобится много гусков ПВХ труб и небольшие запчасти для них. Сейчас на своем экране вы видите все размеры и что как называется. Ну и давайте я по-быстрому объясню. Нам нужны 3 трубки на 14 сантиметров, 6 трубок длиной 16 сантиметров, 2 тройника и 6 двойников, их еще называют колени. Все это запросто можно купить в техническом магазине, и это недорого. Также нам понадобится площадка для штатива. Ну что же, давайте сейчас приступим к сборке. Кстати, она очень простая, поэтому я даже комментировать не буду. В конечном итоге все выглядит примерно так. Но, естественно, это еще не все. Нижнюю трубку, на которую будет цепляться камера, нужно немного обточить с помощью напильника. Это нужно для того, чтобы камера лучше цеплялась. Ну вот и все, наш стабилизатор для камеры уже готов. Давайте сейчас его протестируем. Я надеюсь, что вам нравится такая идея для стабилизации камеры. Если это действительно так, то подпишитесь на канал, поставьте лайк и всем пока!